Здравствуйте, это Софья, Ярик и я, мы в Танго Вуде. Если вы смотрите это видео после того, как вышло обновление на Фазму, ничего страшного. Потому что что, мы зря что ли записывали? Смотрите, смотрите все. Датчик движения благовония сбежать. Прикиньте, прикиньте, сейчас появится новая погода. Точнее, новое время суток. Рассвет. Ой. Так, коридоры заняты. Слева шкаф. Ну, в смысле, компьютер. В детской можно спрятаться. Мне кажется, ли он где-то здесь кидался? Нет, кажется, наверное. Чего? В подвале есть пятка. Где-то что-то дернул. Надеюсь, мы не мешаем ему дергать. Где-то рядом. Гараж, что ли? О, в гараже косточка. И нет шкафов. Ой. Чего-то я не поняла. Куда призрак делся? Я как это? Постучал. Это здесь. Два. А ты где, Софи? Я в ванной. А он... Так он в ванной или в компьютерной? В ванной. А нет, в компьютерной. Тут ниже температура. Ну да, он в окошко постучал. Софья, ты что на кровати делаешь? Почему ты так странно ставишь камеру? Она стоит на этом. Убрать? Не камеру, а лазерную. Потому что у меня камера стояла странно. А почему камера стояла? Ну, потому что она стояла на процессоре. Лазерный правильно поставил. Меня напрягает, что у нас лазерный. Может быть, опять диаген. Лазерный? А, так лазерный у нас? Нет? Нет, я спрашиваю тебя. А я не знаю. А лазерный, да? Пробежал только что. Не горю сразу. Здесь. И рядом. Дай нам знак. Ванная, дверь, два. Здесь. Старый. Молодой. Надо отпечатки посмотреть. Нету. Тут. Нету. Нету. Я открыл. Ну, короче, отпечатков не будет. Нет, эту дверь я оставлю. Потому что он сейчас дверь тронул, ничего не произошло.
Да почему не у них? Почему? Ярик ходит, а призрак не ходит. Это что такое? Так. Куда тебе его поставить, чтобы ты сходил? Точно. А блокнот лежит? На два. Ты здесь? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ответь мне! Ну что это такое? Чё ты кидаешься? Объясни мне. В чём твоя проблема? Этот дурацкий датчик сработал или нет? Сработал, ура. Можно снимать. О! Интересно, конечно. Вашу маму и там, и тут передают. Хорошо, а если я возьму... Где радио? Куда положила я? На кровати, на кровати. Угу. Два. Ой, минус! Минус ванной! Угу. Почему там, непонятно. Уже переехал? Юрей и Они. Юрони получается. По-любому Юрка. Ну, да, наверное. Этот вроде не кошмарит. Да. Фоткать не будем, да? Или мы сфоткали? Нет, не сфоткал. Принести? Я потерялся чуть-чуть. Это бывает, когда ходишь без фонарика в подвал. Пожалуйста, спасибо, я надо было найти. Нашел? Я не знаю, где. Что? Софи, спаси человека. Потерялся немножко. Да, ты на свет. Спасение рядового Ярика. Точнее, стажера, стажера Ярик. Ты куда? Я ж фотик принесла. Ну, Ярик, до свидания. Ай, зашел. Я зашла. Только посвети мне путь, пожалуйста. Я тебе на меня, иди на меня. Даже... Меня убьют! Зажигу. Не, не надо. Зачем? Поздно. Меня убьют! Меня убьют! А ты где? В детской. Я была в детской. При том, что можно было бежать к нему. Взаимодействие и шаги, его. Да? Да. Так я вышла уже. А кто сжег благовоние, скажите? Я. Все. Все? У нас одно только? Да. А куда побежали? Надо благовоние? Нет, просто хотя бы выйти. Досточку давайте. А, воздухом подышать. Куда? Еще один кадр остался. У меня пять. Надо?
Давай. Пожалуйста. Нас, конечно, не спасет. Давай. Вот все засчитает шаги. Как умер? Как ты умер? Сколько здесь призраков? Тук-тук. Ты меня слышишь? Who's there? В смысле? Как ты умер? О, Ярика слышит, ну давай. Упал? Илс? Фэл же сказал. Вайс? Филс? Да фэл! Прощай! Зажгла, Ярик! Ты в подвале? Я в подвал. А я у него прям. Нету. Спасибо. Да не за что. Я даже для этого ничего не делала. Он у меня. Минус я, кажется. Да, минус я. Да, он тебя нашел? Нет, он вообще с вовремя. А, это она, кстати, да. Это не Юрка, да? Я думаю, Юрка. А почему не Юрка? Не знаю. Ну, на Унита это вообще не похоже. Я уже ухожу. В смысле, а что ты мне не говоришь? Я слышу какие-то шаги, думаю, призрак или ты? Непонятно. Я же слышал, он исчез. Тень передо мной. Куда он исчез? В подвале. Он был прямо возле меня, он исчез. Рядом. А, ты имеешь в виду не перед тем, как ты его фоткал? Ну, короче, я думаю, что это Юрий. Угу. Всё, уезжаем. Угу. Да мы сегодня просто боги вообще охоты. Мы, по-моему, вообще не промазали сегодня. Всех угадали. Ура!